Большие кучи строительного и бытового мусора разбросаны по всей дороге, ведущей к поселку Плодовый. Со слов местных жителей, мусор здесь сваливают постоянно на протяжении нескольких лет. Но сделать им ничего не удается, так как поймать нарушителей за руку они не могут. За несколько лет территория в пригороде Ульяновска захламилась до неузнаваемости. Сюда сваливают все – бутылки, бетонные блоки, стройматериалы, старую мебель. Местные говорят, что приезжают сливать отходы даже и лососы. Место постепенно становится всеобщей свалкой, где можно выбросить бесплатно и остаться безнаказанным. И все это безобразие в непосредственной близости к жилому поселку. А городским это не нужно, у них свои дела. А мы как-то вот по боку остались и остались. Совхоз как таковой вот кончился, и все, и никаких делов у нас уже тут нет. Вот и во время работы нашей съемочной группы машина, видимо, тоже хотела вывалить свой мусор. Однако, увидев камеру, водитель поспешил развернуться и уехать. Сама территория около поселка красива. Свежий воздух, деревья и полянки с земляникой. Вот только разрастающаяся гора мусора мешает комфортному отдыху. О несанкционированной свалке не знали ни в Минприроды, ни в городской администрации. Однако градоначальники готовы к решительным действиям. К сожалению, должен согласиться, что есть такая проблема, как несанкционированные свалки. Спасибо большое, что обратили внимание на свалку в районе поселка Плодового. Я думаю, в ближайшее время нам удастся ее ликвидировать техникой администрации города. Но просто убрать мусор мало. В администрации отметили, что необходимо установить бетонные блоки на местах подъезда к свалке, а также организовать дежурство патрулей дорожной инспекции с фото и видеофиксацией. Вопрос загрязнения окружающей среды – наша общая проблема, и решать ее надо сообща. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.